Трансформеры. Космическая ржавчина. Астропоезд, берегись астероидов. Забыл о силовом щите? Лучше обратите внимание на эту эмблему автоботов. В этой части галактики сенсоры не обнаруживают следов жизни. Не надейтесь на сенсоры. Осторожность превыше всего. Это просто планета привидений. Ужасно. А я-то рассчитывал потрошить здесь автоботов. Что-то не похоже на автоботов. Оставить ржаветь целый город. Он весь покрыт надписями. Жаль, что никто из нас не знает древнеавтоботского. Скандалист, не тяни свои корявые пальцы. А вдруг здесь бомба? Какая бомба? Это всего лишь доисторический аппарат связи. Робот, ты невежественный. Если Кибертрон твой дом, то и жили бы вы в нем. Уши прочистив, внемлите рассказу. Скоро подхватите все вы заразу. Подобно всем нам, превратитесь вы в хлам. Всех разметут по углам. Ой-ой-ой, похоже на проклятие. Ты прав, это не добрая весть. Замолчите, суеверные болваны! Это все придумано, чтобы отпугнуть нас! Мегатрон прав! Когда на дверях проклятие, за ними сокровища! Как мило! Светлячок! Если это светлячок, я не хотел бы встретиться со стрекозой! Посмотрим, удастся ли его запустить. Дай я помогу. А ну посторонитесь, слабаки. Вот. Поразительно. Теперь-то таких светлячков уже не используют. Да уж, какая ирония. Автоботов ждет смерть от созданного ими же оружия. Как хорошо, что мы улетели. Я до сих пор не могу опомниться. Астропоезд! За нами гонится бешеный астероид! Выпустим-ка по нему пару молний! О, я ранен! Сильное повреждение, но курс сохранил! Умираю! На землю, астропоезд! Астропоезд проваляется несколько недель, пока для него не изготовят запчасти. Забудьте астропоезда! Мне вот действительно очень плохо. Ой! В твоем плече, Мегатрон, застрял большой осколок. Похвальная наблюдательность, скандалист! Поскорей выковыривай эту космическую занозу! Как это ни печально, операция закончилась успешно. Твои шутки бесят меня, скандалист. Это еще что за гадость? Ничего страшного, повелитель. Ржавеешь. Этого не может быть. Мы не ржавеющие.
Наверное, твой корпус изготовлен из отходов, Мегатрон. Это бредовые домыслы! Обычно премия за научные достижения присуждается человеку. Но сегодня мы награждаем ею микроскопа за изобретенный им хоростоп. Большое спасибо. Это приятно и воодушевляет. Правда ли, что вы собираетесь покрыть коростопом все великие памятники Земли? Собираемся со временем. Это поможет сделать их вечными. Дамы и господа, как известно, коростоп предотвращает коррозию металлов и может применяться для любых металлов. К сожалению, в настоящее время нам хватит коростопа всего лишь на один памятник – статую Свободы. Состав готовился из редких элементов, и, разумеется, мы не хотим, чтобы его формула стала известна Десептиконам. Я только что связался с Римзоной. Твои запчасти изготовят, как только появится возможность. Заменой грудного отсека не обойтись. Кроме того, у них не хватит знаний. Мне нужен специалист. Прикажи эффектиконам поймать микроскопа и притащить его сюда. Делай, что я сказал. Проклятье. Иха! Вперед, ай-роботы! Спасем от смерти старушку Свободу. Этого бездействующего робота! Она не робот, она всего лишь пустотелая конструкция. Спокойно, люди, это налет. Нет-нет, без паники. Советую оставаться на местах. С этого момента я капитан этой шаланды. Коростоп защитит статую Свободы от всех кислотных дождей и остальных вредных воздействий. А из чего состоит ваш замечательный коростоп? Все, что касается составляющих, к великому сожалению, является тайной. Эй, парни! Охота на дичь началась! Эй, а ты кто такой? Эффектикон? Ты догадлив. А это привет от Мегатрона. А? Я в ловушке. И ты снова не ошибся. Помоги, Оптимус! Что ж, броневик, работа почти завершена. Оптимус Прайм, скорее! Микроскопы похитили! Эй, роботы, похищен микроскоп! Трансформируйтесь и на поиски! Шевели ботами! Тебя ждет аудиенция у Мегатрона! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Это разряд! Клянусь элеронами, микроскоп там! Не упусти его, пикировщик! Скорее! Он уходит! Полный вперед! Слушай, Мегатрон, микроскоп со мной, но на хвосте аэроробота! Подготовьте встречу! Вот прилипли. В рассыпную. Теперь подлетайте, мотыльки. Мы вам крылышки опалим. Это какой-то допотопный агрегат. Но работает.
Надо сообщить Прайму. Добро пожаловать, микроскоп. Слушай, давай-ка без формальностей. Ведь мы с тобой враги и... У тебя есть уникальная возможность помириться и оказать мне услугу. И чего же ты хочешь? Есть одна небольшая проблема. Если ты решил мириться, Мегатрон, ты должен отдать мне новое оружие. Если поможешь, оружие твое. По рукам. О, Мегатрон, да ты где-то подцепил металлочуму. Не обманывай. Только органические формы жизни подвержены таким инфекциям. Это очень редкая инфекция. Легенда гласит, что она сгубила целые поколения роботов, как черная чума людей. Это космическая ржавчина. И вот в чем ее причина. Астероид, попавший в тебя, просто набит бациллами ржавчины. Так все дело в этом. Да, и питаются эти бациллы каким-то космическим излучением. Я чувствую его энергию. Здесь. На моем энерголуче. Да, и плодятся они со страшной силой. Прежде чем тебя лечить, надо покончить с этим устройством. Но мы так не договаривались. Помоги мне, лечи меня, живо! Живо, я уже разваливаюсь. Может быть, это средство тебе поможет? А что это? Так называемый кростоп. Он невероятно эффективен. А ну-ка дай! Десептиконы! Это средство помогает! Бластер, у меня кошмарные новости! У нас нет ни капли ингредиента X! Ну что ты скажешь? Прайм нам прочистил контакты за эту новость. Коростопа-то нам больше не сварить. Мы гнали разряды до самого штаба десептиконов. Да, но по нам вдарили каким-то энерголучом. Чуть хвост не сгорел. А мое крыло надолго обеспечит ремонтиков работой. А вот это уже не смешно. Привет тебе, Оптимус Прайм. Я вдруг решил совершить пакт доброй воли. Пакт доброй воли? Это на тебя не похоже. Не перебивай. Я расстаюсь с микроскопом. Где и когда? В каньоне Фокс Крик, расположенном рядом с твоим штабом. Ну а когда? Когда захочешь, но не позже, чем до полудня. А что будет в полдень? В полдень солнечный луч, сфокусированный его объективом, зажжет фитиль, подведенный к бомбе. И тогда прощай, микроскоп. Автоботы, надеюсь, вы понимаете, что это ловушка. Но иначе мы останемся без микроскопа. Играть придется на поле Мегатрона и по его правилам. Автоботы, трансформируемся и поехали! Мегатрона не видать. Автоботы, не двигайтесь. Не подходи, Оптимус, ты заразишься космической ржавчиной. Если я не подойду, бомба разорвет тебя на части. Transformers will return after these messages. Now return to the Transformers. Нет, Оптимус, беги, спасайся сам. Помолчи, это приказ. Но ведь Оптимус...
Лучше оставь меня здесь, Оптимус. Если я вернусь домой, я вас всех перезаражу. Никто не посмеет бросить тебя здесь. Ты немедленно едешь с нами. Я заражен не просто ржавчиной, а какой-то пожирательницей сплавов. Но откуда же взялась такая напасть? Может, Телетрон что-то знает? Веду поиск. Бациллы занесены с планеты Антилла. Некогда там процветала цивилизация автоботов. Вследствие падения заразных астероидов началась эпидемия космической ржавчины. Искоренить заразу не удалось, что и явилось причиной гибели легендарного 13-го легиона автоботов. Теперь та же участь грозит Земле. А есть какая-нибудь возможность спастись? Коростоп — это единственное противоядие. Но на данный момент у нас кончился секретный катализатор. Стойте, у меня есть идея. Попробуем дубликатор материи. Дубликатор материи? Он не работает и не работал. Странно. Завис, что ли, наш помощник Телетрон? Мои руки. Космическая ржавчина. У меня нет выбора. Я должен спасти микроскопа. Храповик, бластер! Да что же это такое? Почему мы должны умирать? Ребята, выключите же кто-нибудь отопление! А давайте дадим полную мощность и сделаем из автоботов жаркое! Это не доставит мне удовольствия! Я хочу, чтобы перед смертью они помучались! Скоро от них останется только ржавая пыль. Своим лучом он подкармливает этих паразитов. Значит, нельзя терять времени. Пойдем, гонщик, у нас есть работа. Прекрасно. Работай. Ну, Бархан, лазерник установил скрытую камеру? Так точно. Получается. Надо каким-то образом попасть на Кибертрон Прайм. Я не предполагал, что конец будет таким. Зря они облили эту статую кростопом, а остаток отдали мне. Живите с миром, автоботы. Получилось, есть шанс спастись. Что? После ударного воздействия дубликатор заработал. Теперь надо занять немного кростопа у статуи свободы и начать его массовое производство. Надо спешить! Конечный пункт назначения. Статуя свободы, болван! Жаль только, что автоботы не найдут ее на месте! Эффектиконы, трансформируйтесь в мегазавра! Светлячка к бою! Ну а теперь, микозавр, покончи со статуей! Брось его, микозавр! Прайм, покажись! Отступай, Мегатрон! И кто же меня заставит это сделать? Никак у тебя батарейки сели? Или ржавчина разъела тебе блок здравомыслия? Может и так. Зато система наведения не пострадала.
Роботы, трансформируемся в Супериона! Энерголуч! Десептиконы! Настало время спасаться бегством! Надеюсь, мы больше не заразимся этой ржавчиной. Да, и наша старушка перестанет болеть. Какая? Вон та! The Transformers will return after these messages. Перевод Кирилла Болотова, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Киоффе, текст читали Галина Христианская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.